Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Я сегодня хотел с вами поговорить о разновидностях фидерных кормушек. У нас в магазине часто можно купить вот такую пластмассовую кормушку. Вот она всем хороша, и дно хорошо держит, и хорошо выходит из воды. Но нам нужна скользящая. Вот такая скользящая кормушка. И вот сегодня мы попробуем ее с вами сделать. Вот беру эту кормушку. Здесь сделаны ножки вроде бы для грунтозацепа. Мы их обрезаем. Ну, теперь посередине надо сделать желобок для того, чтобы положить нашу палочку для ушей. Для этого включу газ. Возьму арматурку. Нагрею ее. Ну вот у нас получилась такая бороздка. Теперь срежу лишнее. Более-менее чисто. Поставлю вот это основание. Вот кусочек жести нашел дома. Режем это дело. Так, все, донышко у нас готово. Ну да. Теперь просверлю вот здесь вот отверстие под наши заклепки. Диаметр 4. Теперь надо перенести все это, все наши отверстия на пластину. Четыре отверстия. Беру заклепки.
с заклепками, это мое дело. Ну, заклепки это не обязательно, можно и болтиками это сделать. Все, две готовых. Теперь что у нас выходит? Заднюю стенку нам надо сделать грунтозацеп. Ну, это можно делать, можно не делать, я его делаю. Для того, чтобы этот грунтозацеп сделать, надо сверло будет поменять, потому что 3,2 заклепки только 15 миллиметров, они маловаты. Для грунтозацепа я беру кусочек свинца, можно взять такую же пластину 0 алюминия или той же жести, все что у вас есть под руками. Там самый главный принцип — это чтобы она держала грунт. Так, отмечу, где нам пробить отверстие. Беру теперь заклепки четверку и длиннее ножка. Вот так вот. Заднюю вот эту стенку я уберу сразу. Она мне не нужна будет потом в процессе рыбалки. Убирается элементарно. Так. Ставлю сюда шапочку уже побольше. Диаметром 4 миллиметра внутренне. Так, что я еще забыл? Вставить туда новую палочку. Потому она может потом не пройти. И все нормально прошло. Все зашибись. Ставим вторую заклепку. Все, я откусываю. Вот что у нас получилось. Скользящая кормушка. И еще плюс грунтозацеп. Теперь
этот грунтозацеп немножко отодвигаю. Так вот. Здесь концы вот палочек ушных нам нужно припаять. Отверстие пробить, чтобы потом не мучиться. Наверное, поменяю местами, здесь будет легче припаять. Вот так. Наша скользящая кормушка готова. Ну, сейчас у нее получается двойная функция этой кормушки. Ее можно цеплять как на фидер, вот конечный, также можно ее цеплять и скользящий. И плюс у нее еще появился грунтозацеп. Как по мне, это классно. Кормушка, это работает. Уже проверено, грунтозацеп работает тоже. Все, будьте здоровы, друзья, не хвоста, ни чешуи.